Так, подписчикам моего канала, привет! С вами я, Лена, и сейчас я вам покажу подарочки, которые мне подарили родители на день рождения и на 8 марта. Видео о подарках на 8 марта я снимаю позже, потому что так как не было у меня времени, и давайте начнем. И начну я с подарков на свой день рождения. Мне родители подарили вот такой набор «Быстрые шахматы». Набор шахмат. Вот, давайте я теперь покажу. Здесь получается правила игры, поле с двух сторон, вот маленькое поле и большое поле для самих шахмат, и фишки синие и белые. Также мне подарили родители вот такой вот пошаговые уроки рисования лошадей. Вот. Тут очень много всего. Вот. Тут очень много всего разного. Вот так вот. Чтобы поближе. Вот. И также мне они подарили курс рисования для начинающих. Вот. Тут тоже очень много всего. Начинается все с того, подготовка к работе. Ну и так далее. Вот я вам немножечко покажу сейчас. Вот тут, к примеру, утку рисовать, как журавля. Так, это все, что мне подарили родители на день рождения. Также мне подарили денежку, цветочки и все прочее. И давайте перейдем к подаркам на 8 марта. Родители мне подарили вот такую шапку. Подшлемник она называется. Для КСК. Называется она подшлем. И здесь она вот так закрывает лицо. Вот так вот. То есть все лицо закрыто. Также родители мне подарили перчатки. Специально для верховой езды. Вот. У них здесь получается там, где проходит повод. Кожа специальная. Также мне подарили родители сапоги для конного спорта. Они здесь на липучках. Они до минус 25 градусов. Внутри там чулок. Доставать не буду. На 8 марта мне еще подарил папа денежку. Также мне подарили, сейчас покажу вам тюльпанчики. Вот так вот. Вот тюльпаны. Папа подарил. И также мне подарили, папа подарил час, подарил денежки. Дядя мне подарил розочку, вот такую красивую, очень красивую. Она очень красиво распустилась. Тут я поставлю. И также мне дядя подарил коробку с Рафаэлло. И больше мне ничего не подарили, так как это, в принципе, дорогие подарки были от родителей. Особенно от них. Вот так вот. Вот. И да, видео у меня будут, скорее всего, выходить либо в понедельник. Но пока точно знаю, что я буду в понедельник выкладывать видео вам. Потому что так вот у меня получается, что у меня занятия разные на неделе. И то, что, как бы, как сказать, занята вся неделя, к тому же на этой неделе у меня зачетная неделя, и видео выйдет только, скорее всего, в выходные. То есть будет это там время, у меня будут выходить коротенькие видео. И да, и на этом все. Давайте, я вас люблю, целую, и пишите в комментариях ваши запросики по видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте, всем пока-пока. И еще родители мне подарили вкусняшки. Забыла совсем. Для грозы. Это кукурузные палочки. Стоили они 150 рублей. Тут получается состав кукуруза, яблоки сушеные и аромабиотик яблока. Здесь 50 грамм массы. По-моему, если не ошибаюсь. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот такие вот кукурузные палочки с яблоком. Они, кстати, ничем не пахнут. Помню, что только собиралась уже заканчивать.
И вспомнила про палочки. Вот такой мешок большой. Там их много. Я их уже давала в России. Пробовать, когда у меня была тренировка, я ходила, давала их, ну, на конюшне, давала лошадкам, и им очень понравилось, особенно грязи. Она любитель такого всего. Ну и давайте всем пока-пока.